Давай ты умри уже. Давай ты будешь умереть. Давай ты будешь умереть, нет? Ты будешь умереть? Или мне надо в упор к тебе подбежать, чтобы ты сделал умереть? Так, я сейчас соберу, короче, эти артефакты. Ух ты, сколько здесь. Что? Ливер? Сам ты ливер. Готов. Вау! Чё такой дерзкий-то? Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы с вами продолжаем проходить Тень Чернобыля. Кто не знает, это, короче, сталкер, да, ну, конечно, все знают, это, блин, в любом случае все знают, это я здесь, нубяра такой, новичок, короче, решил посталкерить еще и на мастеру пройти, короче, вообще отчаянный тип, вот. Итак, вы мне в комментах написали, что здесь на свалке есть... На свалке есть, короче, тайничок какой-то. Так. Ага. На свалке есть тайничок. Вот. Какая-то вышка, что ли. Может быть, это? Я хз. Ну, если это вышка, то я не знаю, как туда забираться, если честно. Вот. Короче, где-то какой-то тайничок здесь есть. На свалке. Если я не ошибаюсь, то и вот на этой свалке. Ну, может быть, где-нибудь и дальше. Вот. Давайте сейчас вот так по периметру пройдем, посмотрим, короче, поищем. Если есть какое-то место с тайником здесь, то взглянем его. Так. И отправимся, короче, выполнять задание Сидорович. О, артефактчик. Артефакт. Про артефакты, короче, вы тоже мне писали, короче, в комментах. Говорили, что есть, я так полагаю, вот эти вот 5 ячеек. Кто там бежит? Кто бежит? Оу, народ, на нас нападают, на нас снова нападают. Подорвали, пацаны. Так, давайте. Здесь на паузу не встает. Так, давайте-ка попробую, испробуем нашу гадюку. Так, неплохо. Дело поперло. Где-то здесь, что ли? Где-то недалеко. А, вот он. Хорошо. Как вы написали, короче, гадюка это не автомат, это пистолет-пулемет. Да? Судя по тому, что как вы мне сказали. Вот. Так, еще артефакт, хорошо. Вот, про артефакты. Вы в комментах написали, что артефакты можно применять на себя. Что там еще есть? Там еще? Эй, мужик. Ты без? Подорвали. Сейчас подорвем кого-нибудь. В борщ. Да, я в прошлый раз, короче, не ослышался. Он говорит на тебе в борщ. Окей, так. Патроны у меня кончились. Так. Какой нахрен нож? Бери ты нахрен нож. Где ты там? Убил? Еще один. Блин, как они далеко. Ну, в это я точно не попаду. Надо поближе подбежать, короче, чтобы задрючить его. Ты где?
Убил, что ли? Фигушки, я его убил. Так, там я вижу артефакт еще лежит. Давай ты умри уже. Давай ты будешь умереть. Давай ты будешь умереть, нет? Ты будешь умереть? Или мне надо в упор к тебе подбежать, чтобы ты сделал умереть? Сдохни ты уже. Блин, знаешь, эти бандиты, они как мухи, короче. Они как мухи. Приставучие такие, знаешь, да? Опа! Убили, что ли? Ля, чувак. Земля тебе пухом. Окей. Так, ну ладно, он один, наверное, не попрется сюда. Я так думаю. Вот, а насчет, короче, артефактов. Вы говорили, что можно их одевать на себя. Но... Да ладно тебе. Да ладно тебе. Но... Так, чем положили, нет? Но... нужно смотреть по бонусам там, короче. Вот радиация плюс. Это уже, короче, хреново. Она будет радиацию, короче, добавлять мне. Пулестойкость плюс 2. Окей. Минус. Удар минус. Разрыв, пулестойкость минус. Здоровье плюс 200. Зато здоровье, смотри, плюс 200. Здесь минус минус, здесь плюс 200. Плюс 400. Я вот только не понимаю, а интересно, есть ли вообще какие-нибудь артефакты, которые везде плюс, 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 плюс. Ну, плюс идут бонусы. Вот. Я думаю, вот эти вот, которые у меня сейчас, не стоит их брать. И вы говорили, что выгоднее продавать, короче, артефакты ученым. Но до ученых нам еще ого-го как далеко. Поэтому мы пока не будем копить. Мы, короче, накопим до 20 тысяч на грозу, короче, на гром. Вот. А потом... А потом... Не, ну твою мать, не, ну чё ты? Ну чё ты, твою мать, ну не. Так, там я видел эти... Артефактики, блин. Это бандит. Это бандит. Кто не знает, это бандит. Пошла, пошла жара. Блин, я так это патронами, короче, раскидываюсь. Не по-профессиональному, знаешь, не это. Просто налево-направо расстреливаю, короче, эти патроны. А что там, еще прибежали? Ух ты, они с другой стороны, короче, нападают. Жесть, я с этой свалки уйду или нет когда-нибудь? Они, наверное, будут бесконечно... О, там еще бегут. Я на этой свалке, короче, буду бесконечно, наверное, воевать. С этими бандюганами. Так, добил. Добил. Это, наверное, тот, которого я не добил изначально. Так, окей. Вот это, наверное, для гадюки, да, патроны? 9 на 18. Или вот это? 9 на 19. Вот это, наверное, для гадюки, скорее всего. Давайте пока покопим патроны, потому что... Потому что что там, 1-2 патрончика... Накопишь и смысла нет с него стрелять, короче. Так. Окей. Так что гадюка может заменить пистолет, в принципе. Как вы также писали мне в комментах. Вот здесь какой-то... Здесь, наверное, бандюганы сидели. Бандюгани сидели. Хорошо.
Опа! Нифига тут жрачка, закуска, стопочки, жрачочки, жрачочка, закусочка. Так, там я видел где-то артефакт. Давай попробуй. Ёпта. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Меня сейчас угандошат. Меня сейчас угандошат. Так, Васька готов? Василий, можно ваше шмотье? Так, я сейчас соберу, короче, те артефакты и пойду выполнять задание, потому что что-то мне отсюда не выйти никак. Что-то матюгане совсем разбушевались. Ладно, пускай он там блуждает. Так, окей, раз. Ух ты, сколько здесь. Ай-я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 й
Вот это я попал. Ладно. Аккуратненько. Так. Где там артефакт? Вон артефакт. Че ты так дернулся-то? Погоди, погоди. Главное, чтобы меня не всосало опять. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй, опять сосет! Сосет опять! Блин. Нифига он на такое расстояние вс... Да чтоб тебя! Отдай! 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 Нет! Погоди. А как? Болт кинуть? Наверное, болт кинуть, короче, она когда шлепнет. Это. Забрать артефакт. Так, где он? Где он? О. Так там нет. Ёпта, бегут опять. Вы задрали. Вот реально. Они не дают ничего сделать. Они просто вот. И реально, они как и мухи на говно. Умрете? Еще и двое. Уже. Пистолет, короче, косой. Вот так вот, навскидку, и то четче стрелять, чем... Так, иди сюда. Иди сюда, говнюк. Я видел, что ты здесь. Давай сюда иди. Эй, ты где? Ого! Нифига себе, что ты там? Капюшон бронированный, что ли? Так, а вон тот? Козложоп. Все, пускай он там. Блин, там радиация. Как он там шастает-то вообще? Непонятно мне. Непонятно мне. Так, окей. Давай-ка я попробую сейчас еще. Не действует она на этот, на болт, короче. Как это взять? Море опять всасывает. Аккуратненько, аккуратненько. Так, давай-давай, я почти подошел, я почти подошел. Но. Забери ты его уже, забери. А это не артефакт, что ли? Ну, похоже на артефакт. А, артефакт. Куда убежал? Да, куда он убегает-то, ё-моё? Ёб ты, исчез. Что, пришел, что ли? Ладно, хоть этот заберу. Хоть этот заберу. Ладно. Сюда иди. Сюда иди. Поговорим.
Приставучая падла. Окей, тайник в трубе там было написано. Мы взяли. Так, мы там взяли, короче, на всякие какие-то... Опа. А, бандиты. А, представители криминального мира, пришедшие в зону по разным причинам. Заработать на продаже артефактов, скрыться от закона, купить или продать оружие. В зоне много подобного элемента уровнем от шпаны до серьезных уголовников. В большинстве своем объединены в банды. Хотя единой бандитской организации в зоне до сих пор нет. Только сильно докучают рядовым сталкерам. Во-во, я про что и говорю. Кабан. Крупный зверь, достигающий 1,5 метра в холке. Своей живучестью и агрессивностью дает данное животное превосходит своих родственников вне зоны и не уступает большинству мутантов. Мутагенные процессы, обусловленные воздействием радиации аномалий, в значительной степени сказались на облике этих млекопитающих. Местами последние облысели, а местами наоборот обросли очень длинной жесткой шерстью. Копыта зверей изменили свою форму и стали более острыми, приобретя некоторое сходство с когтями. Зрачки обесцветились, на облысевшей голове проявились пигментационные пятна и глубокие морщины. Кабаны зоны хорошо переносят радиацию, что позволяет им подолгу находиться на сильно загрязненных территориях. Обычно эти животные атакуют с разбега, пытаясь клыками распороть живот жертве или сбить ее с ног. Окей. Плоть. Опа, плоть. А что за плоть? Мы такой не видели. Оказавшиеся в зоне домашние свиньи, как и многие другие живые организмы, подверглись сильной мутации. Поскольку были затронуты гены, контролирующие процессы метаболизма, фенотип животного резко изменился. Мутировавшая свинья, которую сталкеры называют плотью, один из самых наглядных примеров надругательства зоны над природой. У этих существ сформировался чешуйчатый костный защитный покров, значительно увеличилась способность организма к регенерации. Усложнилась нервная система. Как и обычная свинья, плоть всеядна, поэтому, будучи голодной, вполне может напасть на сталкера. Окей. Так, воронка. Аномалия предположения гравитационной природы. В момент активизации со страшной силой стягивает в себя все, что находится в радиусе 10-15 метров. При попадании в центр воронки шансов выжить нет. Тело и животного человека будет сжато в плотный комок, а затем разорвано в момент так называемой разрядки. В течение всего периода существования, в среднем это около недели, аномалия не меняет место своего проявления. Может быть визуально обнаружена днем по характерному движению воздуха над ней, окружающейся листве, фрагментами расчлененных трупов и характерному темному пятну на земле в центре. А ночью крайне опасно, поскольку обнаруживается лишь детекторами или с помощью бросания металлических предметов. Образуются три вида артефактов. Выверт, гравий, золотая рыбка. Угу. Так. Находится около аномалии воронка. Мы это, по-моему, читали, да? Душа. Это, по-моему, читали, не? Короче, не помню, читали мы или нет. Опа, история зоны. А, это тоже мы читали. Ладно, окей. Вот тут... Дай-ка я еще попробую. Тут где-то был еще один артефакт. А, вон он. Попробую его, короче, сейчас взять. Сосет, так сосет, она слишком близко к этой ворот. Ну, я о чем говорю. Так. Тика. Короче, жесть. Ладно, хрен с ним, с этим артефактом. Вот, пойдем, короче, выполнять задание. Что-то мы задержались в этом месте. Вот. Эти артефакты нам не взять, это уже понятно. Возможно, если у меня какая-нибудь там крутая броня или что-то еще там, я там прокачан жестко, то, возможно, можно и попробовать взять этот артефакт. Чё там опять к бою-то? Давайте сами, пацаны. Это, короче, жесть. Я отсюда хрен уйду. Опа. Там появилось, короче, это. Ладно, тайники мы с вами... Что? Ливер? Сам ты ливер. Ливер вылез, говорит. Так, окей. Где у меня тут...
Вот сюда мне надо. Еще и тайник здесь есть. Хорошо. Где ты? Они что, всех перебили? Да чтоб вас, а! Как они меня... как они меня бесят? Готов. Вау, 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 вау! Чё такой дерзкий-то? Опа! Это вот этот тайничок, что ли, говорили? Нифига себе. Хорошо, сейчас. Сейчас проверим. Так, это я все заберу. Где там еще один? Ливер! Эй, эй, ливер! Блин, всех перебили, прикинь! Что за дичь-то? Они когда-нибудь кончаются, эти бандиты, или нет? Они дадут спокойно поблуждать по зоне, или нет? Да ёпта, меня задрал. Да стреляй ты уже, но... Окей. Окей. Короче, это какая-то жесть. Это просто дичь. Они идут и идут просто со всех сторон. Окей, давай-ка сюда. Опа! Ни хрена, ни хрена. Это по-любому тот. Это по-любому тот тайник. Это по-любому тот тайник, про которого вы мне говорили. Вот это ништяпуля. Наверное, патрончики для гадюки появились. Хорошо. Так. Я, в принципе, наверное, ничего не буду скидывать. У меня пока место есть. Все хорошо. Так, аптечку возьму. Окей, пошли. Так, а теперь мне надо... В какую сторону идти? Выйду сейчас и, получается, налево. Вот так наискосок. Налево. Вот, вот сюда. Вот какие-то там, не знаю, что это, контейнеры или что-то такое. Вон до той штуки, короче. И туда наискосок, окей. Погнали. Ёпта, опять бандиты там. Кто ж вы такие? Колеса. У меня гусеница, я танк, понятно? Сюда идите. Блин, эти ветки, можно их срезать как-то, срубить? Я ни хрена не вижу из-за них. Да умри ты уже! Бесит, что они так долго умирают, короче. Хорошо. Неплохой. Неплохой. Полуавтомат или, да, или как там? Автомат, пистолет, автомат, пистолет, пулемет. Блин, далеко. Твою мать. Давай, 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 давай. Возьми меня тепленького. Возьми меня полностью. Возьми меня тепленького. Возьми горяченького. Так, хорошо. А, по-моему, один остался, да? Окей. Где ты? Да умри ты! Что они такие живучие? Почему? Да еще один, что они там прям рождаются сразу, что ли? Ты патроны истратил, мать его. Куда побежал-то? Зассал? Ливер. Или как тебя там? Окей. Так, надо облутать, короче, трупы. Потому что патронов... Просто на одну шайку все патроны ушли. Это нормально? Так и должно быть? Это же просто дичь. Это я не знаю, с какой запас должен быть патронов. Опа.
Опа, 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 вот это хорошо. Вот это хорошо. Опа, вот это хорошо, вот это привалило. Вот это мне нравится. Вот это я люблю. Блин, у вас вроде столько было тут чуваков, короче, и обыскивать нечего, блин. И обыскивать некого, и нечего. Так, хорош. Хорош. Журнал, короче, ПК, кто в первое впечатление. Новичка, это все читали. Окей. Опа. Вещи убитого. Вещи убитого, хорошо. Да что у вас? Откуда вы опять идете? Чики-брики, блин. Вы задрали. Где они? Так, идем. Вещи убитого, как раз по пути. Тут болото, болотина. Болото, наверное, радиоактивное, на него вставать лучше не вставать. Окей. Вот здесь, да? А как мне тебе посмотреть? А, вот. О! Ништи пули. Хорошечно. Да где? Чё-то много здесь этих аномалий, короче. Так, вещи убитого я взял. Теперь иду, короче, вот прямо иду. Болотины. Болотины, болотины, болотины. Так, хорош. Я, короче, возьму ружье. Потому что мало ли здесь будут мутанты. Смотрим по сторонам всякие. Там труп. Смотрим по сторонам, тут, короче, всякие эти артефакты. Артефакты очень ценны. Артефакты очень нужны. Нам нужно копить деньги. Мне главное с курса не сбиться. Я вроде как правильно иду. Еще и радиация. Так, это, наверное, ближе к горе. Потому радиация из-за того, что ближе к горе. Так, вон они, наверное, бандюганы. Бандюгани. Ни хрена там стая собак. Это бандюганы со стаей собак с этой, короче, воюют, да? Нифига там. А, там сталкер. Ну, блин, извини, брат. Сам разбирайся. О-о-о. Да, в любом случае было бы поздно. Подошел. Главное, подошел к уничтожению лагеря и жрать захотел. Окей, давай, колбаски. Колбаски с баточек. Сюда, смотри, ползет. Ни хрена там, просто ты смотри. Да, на такую стаю это, блин, нарваться. Их. Я вообще-то один. Так, минус один. Вот эти вот в капюшонах, да, они это, такие. Посерьезнее, наверное, да? Хорошо. Красавчик, 2х сразу. Так, ладно. Берем. Все это забираем. Хорошечно. Артефактчик. Артефактчик. Ага. Рюкзачок. Так. Давай-ка вот эту штуку заберу, я ее продам. Блин, я перегружен. Я перегружен. Короче, жесть. Я не знаю, тогда вот эту куртку, я не знаю, брать или не брать ее, выкинуть ее. Потому что я перегружен. А, ну хотя я иду, смотрю.
Я думал, будет как обычно, типа, вы перегружены, вы не можете идти. Мобильный лагерь ученых. Ух ты. Мобильная лаборатория выглядит как небольшой металлический бункер с маленькими тонированными окошками. Способна выдержать почти все известные человеку повреждения любого характера. Может быть переведена в полностью автономный режим за несколько месяцев. Для чего снабжена надежными системами жизнеобеспечения. В зону доставляют грузовым вертолетом. Персонал лаборатории никогда не пускает посторонних далее внешней шлюзовой камеры. Поэтому внутрь лаборатории не проникал ни один из сталкеров. Окей. Наемники. Самая загадочная и скрытая группировка в зоне, в существование которой многие даже не верят. Кое-кто постоянно пользуется услугами наемников, профессионалы своей области, они быстро расправятся с любым сталкером и даже могут полностью ликвидировать небольшую группировку. За свои услуги, судя по всему, берут немалые суммы в деньгах или артефактах. Расположенные базы данной группировки до сих пор остаются загадкой. Очевидно, она находится где-то в глубине зоны. Прикольно. Локация Гробром. Опа-опа-опа. Нифига, она так налетела, просто надула. О, хвост, псевдо-собаки, хвост. Устойчивость кожи, мутировавшая собак к химическому и электрическому воздействию, давно обратила на себя внимание ученых. Из-за отсутствия живых отложений, хвосты собак наиболее подходят лабораторным исследованиям. Окей. Ништяк! Можно будет тоже Сидоровичу отнести. Так. Чё мы там? Мы там не дочитали справку. Агропром. Странная местность. Если углубиться в нее, то увидишь на сильно загрязненную радиацией равнину. Расположенное там мелкое озеро до краев забито обломками техники. Еще можно посетить старый институт и фабрику. Однако в последнее время там что-то слишком часто стали мелькать военные. Окей. Ну, военные — это жесть. С военными я не хочу связываться. Так, все, здесь больше нет ничего. Окей. Мы с вами выполнили задание. Выполнили задание... Одно из задач. Одну из задач, короче, Сидоровича. Так, теперь нужно убить торговца. 14 часов нам осталось. Я не знаю, хватит, не хватит. Убить торгового представителя, окей. Вот он. Идем. Идем туда. Сейчас быстренько, короче, его загасим и будем возвращаться обратно. А потом пойдем, короче, по тайничкам. Ну, возьмем еще задание и пойдем по тайничкам. Хотя, я, может, артефакты и продам, и у меня получится... Уже хватит на гром. Поэтому возьмем спецзадание уже и пойдем. Возьмем спецзадание и пойдем по тайникам, короче. Вот так вот. Вот такой расклад будет у нас. Пока сконцентрируемся, короче, на задаче, которая у нас дана. Собака! Минус. Бляха. Ну их тут много. Так, минус 3 уже. Уже стая меньше. Да что вы не дохнете-то? Мне бы их спугнуть, чтобы они убежали. Потому что они... И сейчас меньше станет, они разбегутся. Это стопудово. В смысле, их две осталось. Ну, одна останется и убежит. Но. Все зассало. Только могут, короче, толпой нападать. Опа, какашка. Нету ничего. Нету ничего. Так, нет ничего. Хорошо. Какашка. Блин, это хвост, он так похож на говно, короче, собачье. Я просто... Такой куличик, знаешь. Опа. Куличик. Так, ладно. Мертвый сталкер здесь у нас. Ладно, ружье я не буду убирать пока. О, хорошо. Чё там? Чё там? Квест у лагеря бандюков. Уничтожить. Нифига, если тут тайников уже нашел вещи убитого. Полазим, посмотрим. Прикольно.
Так, еще там два трупа. Какие-то постройки. Ну, пока мне туда не надо. Я пока туда не пойду. Я пойду, короче, чисто по заданию. Потому что мы так и не дойдем до него. Опа. Друг друга, короче, пристрелили. Челька. Там он артефакт, ну блин, там тоже опасно туда залазить. Так, радиационная. Опа. Смотри, короче. Вроде как сталкер. А чё он такой враждебный? А чё он враждебный, сталкер? Михаил... А, это бандит. Михаил... Прыщ? Прыщ какой? Нифига себе. Ладно, хорош. Сейчас мы его укокошим. Он по-любому, потому что будет по мне стрелять. А! Давай, умирай, 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 умирай. О, хорошо. Блин, а на дальнее расстояние разброс большой. У автомата. Так, что у нас тут? И все. Херотень какая-то. Так, ладно, я туда, в это здание не полезу. Потом. Потому что мы так и не дойдем. Так и не дойдем до задачи, до нашей. А время-то ограничено, время-то. 14 часов, прикинь. Так, вы кто? Блин, я устал. Надо попить. По-моему, вот эта штука, да, она... Энергетический напиток. Так, вы кто? А, вроде дружелюбные. Вроде не кусаются, хорошо. Сталкер, ты ушел на территорию под контрольную долгу. Любая попытка нападения на наших людей будет караться смертью. Да не-не, я просто мимо пройти, ты чё? Я не, ничего вообще драться не собирался. Братцы. Степа. Приветствую, сталкер. А в последние дни зверьё целыми стаями из темной долины попёрло. Непонятно, что их оттуда гонит, но только ломится, как от пожара. А в восточном секторе мутантов развилось, что клопов, только отстреливать успеваем. Вот такие вот новости. Угу. Окей. Так, кто у вас тут начальник? Эй, ты, сталкер. Да я как-то и не в курсе последних событий. Ну хорошо, ладно. Не в курсе, так не в курсе. Так, ничего, что я у вас тут поковыряюсь. Долг. Долг. А они не будут агриться, если я у них тут лазю? Нет? Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Сталкер, вали отсюда. Да у меня дела. У меня дела. Эй. Оружие убрал. Так. Почему? Дальше находится наша территория, база группировки Долг, и мы очень придирчиво выбираем тех, кого пускаем к себе домой. Если у тебя нет особых важных дел к нашему руководству, то мы тебя не пропустим. Понятно. Понятно. Окей. Что может интересно рассказать? Последние дни зверьё целыми стаями из темной долины попёрло. Непонятно, что их оттуда гонит, но только ломится, как от пожара. А в восточном секторе мутантов развелось что клопов, только отстреливают успеваем. А, это уже читали. Ха-ха. Так, у тебя бинт, да? Хочешь, я тебе продам, короче, какой-нибудь артефакт? Ух ты! 3250, ни хрена себе. 650. Косарик. Хотя денег не хватит на все артефакты на мои. На вот этот один. Скущий. Скущий! Ну, может, еще вот куличик. Все. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. Спасибо за бабло. Ладно, чё?
Меня не пропускают. И как? И как мне туда попасть теперь? Там чувак бродит, которого мне нужно загасить. Пипец. И как мне туда попасть? Ладно, пойдем, короче, обратно к Сидоровичу. Пропадет, так пропадет это задание. Че уж там делать? Че уж делать? Пропадет, так пропадет. Пойдем к Сидоровичу. Я еще выдохся. Опа, артефактчик. Артефакт. Серп и молот. Прикольно. Так. Ну ладно, лады. У меня, кстати, видос к концу уже подходит. Так что давайте перекантуемся пока у этого, у долга здесь, на территории. Вот. Пока по канону, короче, сядем у костра. Можно, да, я у вас тут посижу, отдохну. Вот. И в следующей серии, короче, отправимся обратно к Сидоровичу. Заберем награду. Отдадим ему псевдо-хвост собаки, короче. И там попродаем, наверное, артефакты ему до 20. Если у него есть гроза, мы купим грозу. И возьмем спецзадание. Вот, посмотрим, что за спецзадание. Так что... возьмем спецзадание, да, и пойдем, короче, тайники чистить, которые мы понаходили. Да, а потом уже спецзадание. Вот. Все, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, да, наверное, комментируем. И с вами был Валерий, всем пока.